Всем привет! Сейчас мы с вами установим один плагин интересный, который добавит за летящей гранатой цветовой след на сервере. Интересный плагин мне как-то. Я как-то играл на сервере, мне понравилось, решил сам установить себе. Вот. Давайте сейчас скачаем этот плагин. Я сразу же его нашел, чтобы видео не искать его, блядь. Вот он, видите, скачиваем его, файл мало весит, плагин мало весит, скачается быстро. Сейчас я найду его, на рабочий стол перекину, мне с рабочего стола легче работать. Вот, давайте в папку с сервером заходим, C-Strike, Addons, как всегда, в папку AMXModX, плагин, и перекидываем сюда файлик наш AMX. Перекинули. Сразу скопируем его. Копировали. Вот. Заходим в папку с исходником. И кидаем сюда файл SMA. Файл SMA — это исходный материал плагина. Заходим теперь в конфиг. Открываем файлик плагин. Вот. И в конце прописываем название плагина. И в принципе все наш. Плагин уже установлен, теперь нам останется зайти только на сервер, да посмотреть, как он работает. Сейчас сервер загрузится, ага, загрузился. Сейчас мы зайдем в Counter-Strike, зайдем на сервер, кинем пару гранаточек и все сами увидим. Так, вот я подключаюсь к серверу. Сейчас подключусь. Подключился. Так, давайте возьмем гранаточку и киданем. Давайте вот хаешечку, наверное, а нет. Давайте дымовушечку все-таки возьмем. Опаньки, полетело. Видели, да? Зеленый свет промелькнул. Давайте еще разок. Во. Видим, да, плагин работает. Все отлично. Так, ну давайте теперь слеповушечку киданем. Слеповушечка. Я на другом сервере играл, у меня за слеповой гранатой какой-то типа белого дыма летел, а тут вот какой-то другой. Ну, я думаю, световой след-то настроить можно в исходном материале плагина. Опаньки. Да, надо будет залезть в файл смада, посмотреть, как там настраивается плагин. Вот хаешечка полетела, красненький след полетел. Ну, в принципе, для первого раза нормально. Кому-то захочется, если ярче сделать, это надо заходить в файл SMA, смотреть там настройки, менять, где-то ярче делать, где-то светлее делать. Наверное, можно сделать так, чтобы след вообще непрерывно следовал за гранатой. А то вы видите, да, вот я кидаю гранату. Давайте я кину. Вот видите, я кидаю гранату, и след прерывистый. А можно, наверное, сделать так будет, чтобы он прям летел без перебоя. Ну, это я зайду, посмотрю. А так я, в принципе, вам показал, что плагин работает. И все вполне отлично. Думаю, даже и добавить-то больше нечего. Плагин-то простой. Тут только след для гранаты добавляется. Рассказывать особо нечего. Ну ладно, я выхожу из КС. На этом я заканчиваю видеообзор. Кого-то, если заинтересовал, заходите, скачивайте, устанавливайте. Всем спасибо за просмотр. Пока.